Ну что, Люцинерс Крейзи, мы продолжаем с вами проходить DLC метро Last Light. Полностью уже мы прошли, поэтому ссылка в описании находится на два плейлиста. Там метро 2033 редукс и метро Last Light, полное прохождение сюжета именно, да? Вот. Если ты не видел прошлой серии, там, ну, ниже описания спускаешься, там будет прикреплена подсказочка, да, прошлой серии и плейлист полное прохождение данной игры. Если компас, можешь сверху справа видишь, там, ну, такой белый кружочек с И, либо и, ну, скорее всего, с красным знаком таким, да. Нажимаешь на него, и там первый же видос, это прошлой серии будет. Чуть ниже этого видоса будет плейлист полное прохождение данной игры. Вот, а сегодня мы с вами проходим DLC-шку. Вторую, да, там второе задание проходим из DLC. Вот. Так, прошлой серии я посмотрел, и я такой, ё-моё, я сказал, что будет довольно-таки долгая DLC-шка, это, скажем, на две серии, наверное, 2-3 серии. Поэтому сегодня будем проходить все дальше. Вот. Узнаешь поудобнее, надеюсь, подойдите к обязательному предпочтению, кушать, прям 5 кайф 5 или 5 вдоль, приятного просмотра. Мы, собственно, продолжаем проходить данную DLC. О, привет! Короче, смотри, у нас здесь что есть? Ну, если не видел прошлой, да? Серию лучше посмотри. Посмотри лучше прошлую серию, да, узнаешь. Вот, короче, нам нужно смотреть с тобой вот эти... Рад новой встрече. Нам нужно с тобой собрать вот эти все предметы, которые здесь есть. Не знаю, для чего, может, нужно. Для чего-то нам нужно это собрать, короче говоря. Для чего, так и не пойму. Ну, ладно, let's go. Здорово. Здорово, здорово. О, что-то вот в этом, видишь, а другой добавил, здесь красные, видишь, красные патроны. У меня были синие. Так, ну let's go, чё? Let's go. Купил я новое оружие, потому что ну, дробовик. Потому что он здесь нужнее, как вы знаете. Ну вот, я не видел ваши комментарии, ребят, поэтому то, что я записываю подряд, вот. Но мне интересно, кто, про кого это вообще все? Про кого это? Записано там. Про кого? Про кого это вообще есть? Ну, все из DLC, про кого вообще? Мне вот это интересно. Так, это мы с тобой слушали. Так, свет у нас здесь с тобой включен. Так, канистру забираем с собой. А вон, видишь, прыгают. Ну, ладно.
Так, это назад. Ладно. Где мы, в общем, блядь? А где мы вообще, блядь, слышь? Где вообще с тобой? Не понял прикола. А где мы? Конец гоняем. А, я понял, где мы. А почему здесь забетонировано все? Ну, очень похожа локация, если что, на ту. Но здесь не пройти. Здесь надо прям все искать, искать. А, ну мы вернулись. Ясно. Так почему они здесь постоянного? Это чья тема, блядь? Ну ладно, пошли, нам ставлю вон, что нужно 5 еще этих найти, да? А, сколько? Еще 3, нам с тобой нужно еще 3 этих найти. Как я понял, еще 3 нужно нам с тобой найти все предметы, тогда нас сюда пустят. Здесь, видишь, нельзя вкрутить. Интересно, почему? Ладно, let's go. Погнали! Искать с тобой дальше. Все, что мы хотим. Так, погнали сначала, вот смотрю, на здесь есть какой-то проход. Там написано радиация, видишь? Ой, нам очень плохо становится. Написано радиация. Ты тоже никуда не сбегаешь. А что мне дальше делать. Похуй, что ли, или что, блядь?
Нет, не дают, прикинь. А куда мне там идти-то? Подожди, а куда мне там идти-то? Тут некуда идти. Ну типа тут больше некуда идти. Я тут все нашел, все что мог. Как минимум, да? В том доме там больше ничего же нету особо такого. Не знаю, по правильному пути мы идем или нет. Мне кажется, ну здесь вот, смотри, замуровано. Туда нам пройти просто-напросто, ну вот. Не дают. То есть туда, видишь, пройти вообще не могу. Вопрос. Куда идти? Потому что здесь особо видел, видишь, ничего такого и нету. Нет. Патроны, кстати, прикольные. Патрончики прикольные. Приколдесные. Здесь нет больше ничего, блядь. Что мне тут еще, по-твоему, должен я найти, блядь? Здесь нет ничего вообще. Ну, типа, вот мы можем, да, наверх выбраться. А-а-а, вот куда нам. Так вот куда нам. Тварь, блядь. Короче, смысла нету, так жестко прям. Сейчас все убить бы. Библиотека, кстати, самая библиотека. Та самая библиотека, нет? Да, прикинь. Помнишь, в котором мы были? Помнишь, в котором мы были в библиотеке? Вот это та самая. Получается, та самая. Нам дают по ней походить что-то. Но нас понял, она, помнишь, в начале. Ты иди ты нахуй отсюда, ёпта. Тварь ебаная, иди отсюда. Я ваш рот ебал. Да, тебе похуй. И похуй. А, она залагала. Че, давай здесь максимально быстро. Блять, что нахуй с этой игрой не так?
Где-то слышу, бежит, блядь. Тварюга ебаная, слышу, бегает. Ну вот, пожалуйста, баги, блядь. Твари баны, твари, блядь. Че, пошли выше, хули? Хули еще делать, когда делать нехуй. Да. Бать, так ты что, блядь, мразь? О, вот велик, кстати, нашел. Кто, блядь? Нормально, вот за лясиком сходил. Ким пришел за велосипедом, вот, блядь. Каких тварей встретил, блядь. Это же вообще жесть. Но с них патроны прям хорошо лутаются. Самое интересное. Ну, тебе, блядь, и наебка. Да, уебка. Так, ну, погнали дальше еще. Здесь по-хорошему лучше все смотреть. Потому что хер знает, понимаешь? Что тебе пригодится или нет. Здесь, видишь, можно патрончики лутать. Вообще изи. Вот туда еще, да, можем сходить. А, все, это ластовое. У нас сколько с тобой предметов? 3, 4, 5. Все, мы бежим. Побежали отсюда. Я думаю, мы успеем. Думаю, в целом мы с тобой сейчас успеем. На бой опять здесь. Бля, ну, типа, тут типа, я так понимаю, выживание, да? Что-то типа выживание. И как мне обратно, алё? А, во. Да уж. На, мужик. Еще канистра. Сгодится, хоть и фонит. Не представляет ценности. О, сколько всего. Молодец, молодец. Велосипед. Вот это находка. Угу. Очень и очень неплохо, должен сказать. Заработал.
Все нормально? Сидит, музыку слушает. Так, мы почти все, что мы нашли. Будь здоров. Удачи, сталкер. Так, ну, в принципе, у тебя ничего не больше. Хотя, давай посмотрим. Я бы калаш не брал. Я вот это, наверное, протюнил бы. Ну, прицел коллиматорный или такой нам не нужен особо. Зеленый ствол, видишь? Воздержусь. Надо, давай с нами на костюм этот хотя бы. Вот этот костюм нужен нам с тобой. 200 он этих стоит. Пиздец. Ну, по рукам. Сколько ты, блядь, за сколько их продаешь-то, блядь? По 30, блядь, что нахуй? Ебанушка, что ли, совсем, блядь? Прикинь, по 30 продает. Для дробаша нам очень нужны они. Пошли, сохранимся с тобой тогда. Просто фильтры по 30, прикинь. Ебать. Ну, блядь, в обычном сюжете их на улице находили, а здесь по 30 не стоит. Ебать. Привет. Эх, и нравится же мне эта база. Да уж, не то что старая. Помнишь, как руки мерзли? Ну, а стулья? Стулья складные, помнишь? Электричество отключалось все время. Ага. Помнишь, как Кузьмич генератор из дома притащил? Я думал, у него пупок развяжется. Да, тут совсем другое дело. Это точно. Не жизнь, малина. Поехали. Поехали. Еще тварь лезет, блядь. Них, по сути, вот на них уходят все патроны, по сути. Что, блядь? Так, ну пошли, здесь мы с тобой вроде все обыскали, ничего такого не нашли больше. Что, предлагаю сюда идти? Давай, опускайся, слушай, ёпт. Нам желательно вообще сейчас, ну, жестко так не расходовать ничего, оно не...
Все, что мы смогли быстренько убежать, если что. Что будет крайне важно для нас. Опа. Что-то еще взяли. Хуя тут лута. Вот вот так в обычном сюжете, да? Просто заходишь по ящикам, оп, оп, и все, у тебя лут есть. Ой, блядь, твари. Бан. Забить мальки. О, от души вы со мной будете? Ты как, живой? Ну и отлично. Души, мужики. Тут по пожарной лестнице можно во двор спуститься. Хорошо. Но я ж пока лутаю. Вот так вот, ребят. Не играет на пианино, он что? Так, ну я максимально здесь все лутаю, чтобы сюда потом вообще не возвращаться никогда, блядь. Ебать, это что, блядь? Жесткая тема. Только три мы нашли с тобой, Винст. Темы, только три темы нашли с тобой. Так, туда мне пока нельзя, ладно. Четыре. Очень грустненькую музыку играет, честное слово. Так, ну я думаю, можем туда сгонять вниз, посмотреть, что он там дальше. Если ничего интересного, то зачем на базу, черт. Блять, чё тварь ебаная. Не, здесь нихуя, да? Здесь ничего, да, нету? Да, здесь ничего, здесь нет смысла даже сюда ходить, да что здесь ничего. Иди ты нахуй, ёпта. Здесь ничего такого нет особо, короче говоря. Все, погнали отсюда. Опа, все, отсосало, блядь. Ну все, все, пососит, блядь, бибу.
Ну ты ебан? Ну ладно. Так почему всего лишь 5 вещей можем носить? Вот это странно, конечно, это странно. Ой, блядь, ребята, может, мне поможете? Блядь, идите нахуй. Пиздец. Что вообще сейчас было? Эй, ёпта, стоям бы. Пиздец. Чем опять, видишь, чем тут в одного я фигачил. Такое. Здорово. Рад снова видеть тебя в добром здравии. Изумительно. Пригодится. Не особенно полезная вещь, честно скажу. Сегодня ты превзошел самого себя. Ну, что получается? Держи. Восемь шесть, кстати. Будь там поосторожней. Конечно, нам очень нужен он. Очень нужен. Смысл не продавать их. Бля, мне он очень нужен. Патроны вперед. Ну ты гнида ебаная, в курсе? Я хуй его знает, ребят, честно. Бля, нам он очень нужен, очень нужен. Идет. Да. Счастливо. Так, ну чё, поехали дальше чё. Слушай, Су, а ты не в курсе, что там за бункер такой нашли? Это ты про рейнджеров? D6 это. Что за D6? Да я, в общем, название только и знаю. Ну, слышал еще, что часть нашего совета оттуда. Лет 10-15 назад в поле с целой толпой притопали. Ого! Это что ж получается, они там после войны еще черти сколько сидели в этом D6? Ну да, дело темное. Интересно. Поехали.
Давай, ебать, иди сюда. Здесь вроде больше ничего такого нет, да? Да. Босался, смотри, блядь. Здесь больше ничего такого нету. Сюда нельзя. Здесь вроде ничего такого больше не валяется. Быстрые патроны с него получили. Сюда тоже нельзя. Посмотри, сейчас я туда дальше иду. Где? Где, блять? Вот сюда. Дальше, если иду. Вот здесь дальше иду, все, я туда дальше не могу идти, понимаешь? Вообще не могу. Мне только вот сюда идти. Здесь не могу находиться, потому что костюма нет, понимаешь? И что мне делать? Да, я пройти тоже не могу, понимаешь? Охуенно. Да я не могу пойти, понимаешь, больше все. Жоть, здесь залутывал, нет? Здесь все, здесь больше ничего у меня нет такого. Я здесь все залутал. Все подобрал, все, что мог. Можно как-то в другое место идти теперь, хуй его знает, честно. Что, знаете, когда мы в оригинале мы шли, мы доходили не за один раз. А они тут вообще за один раз. Что-то наверх нужно идти, я не знаю, теперь. Потому что здесь три прохода туда есть. Вот библиотеку и еще какой-то здесь есть, видишь, проход. Вот. А, ну это то же самое. Нет, это то же... Такой же забей. Нам очень нужен сейчас этот... Как он называется-то? Ну ты понял. Костюм очень сильно нужен. Привет и еще раз привет. Это определенно пригодится. Молодец, славно потрудился. Ну вот и твое вознаграждение. Бред ебаный. Какого библиотекаря? Белого. Сам весь белый, а глаза красные. Жуть, что такое. Да ладно тебе заливать.
Глаза красные. Удачи. Я не знаю, ребят, как. Я хуй начал делать, серьезно. Ну типа, погнали попробуем, там побегаем, чё бы нет. Погнали попробуем, побегаем там дальше, библиотеки туда внутрь. Другой ничего не вижу, потому что смотри, вот сюда, вот туда нет смысла идти, потому что там мы все нашли уже. Туда тоже нет смысла идти больше. Туда нас дальше не пускают. Может, здесь что-то я упустил, я не знаю. Да навряд ли. Давай еще раз округля дам, посмотрим. Ну, вроде бы здесь ничего так и не упускал особо. Я вроде бы здесь все облутал. Там смысла нет ничего брать. Здесь тоже, здесь все облутано. Все абсолютно облутано здесь. Ну здесь все облутано, понимаешь? Все. Я даже, ну, типа, идти только туда против радиации, типа, что-то такая тема. Ну это бред вообще полный, честно. Здесь больше ничего такого нет, вообще ничего. 19 мая 2034 года. 17.13. Библиотека имени Ленина. Картотека. Судя по записям, обладает универсальным по содержанию собранием отечественных и зарубежных документов на 367 языках мира. Помимо основного книжного фонда, в фондах библиотеки имеются специализированные собрания из более чем 150 тысяч карт, 350 тысяч нот и звукозаписей. А общая длина книжных полок составляет около 275 километров. Туда точно нет смысла идти. Сюда можно, но тут то же самое примерно. Да, живи, 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 живи. О. Вот так, значит, да, можно делать? Хорошо. То есть бегом, 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 правда? Thank you.
Погнали. Надеюсь, там больше ничего нет, брат. Все, 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 ухожу, ухожу. Туда нет смысла вообще никакого идти без этого. Можно полутать патроны, знаешь, с кого? Вот с этих... Как они называются-то, эти самые? А у нас фильтров больше нет с тобой. Вот с этих можно полутать патроны. Вот с этих челов. Ну, охуенно, баг. Ну, фильтр возьмем, чтобы по три патрона можно полутать. Блять, может, ты спустишься? Ну видишь, хоть что-то уже нашли, но, конечно, я так понял, надо с этих лутать патроны. С мобов у тех. Они там бесконечно. А, тебе похуй, да? Тебе вообще поебать или что, блять? Мальчик, успокойся. И суд мы снова нашли. Ой, бля, опять что ли? Блядь, ёбаный в рот, тебе в пиздуть. Пизда-то, да, тема вообще? Охуеть эта тема вообще. Их тоже надо лутать. Короче, надо тех собак, так понимаю, просто там полутать, и все. Будет заебись. Самое то будет. Видишь, уже 98, блядь. По 3, по 2, видишь, не смогу лутать вообще спокойно. Ох. Фильтр надо купить 100% сейчас. Как ты все это дотащил? Ну так вот, 140 и соответствующие вознаграждения. Доброй охоты. Короче, сейчас полутаем, знаешь, с кого? Нам этого хватит, в принципе, с тобой. Патронов, я думаю, нам, ну я думаю, давай вот так купим, я думаю, нам хватит. Сильно так не будем тоже тратиться. Все, я думаю, нам хватит, погнали. А, давай сохранимся на всякий случай-то. Будь здоров. Я думаю, нам хватит с тобой, да, в принципе, сейчас собак просто полутать вообще спокойно. Видишь, видишь, они по 3 дают патрончик. Мы так сейчас быстро просто можем накопить на этот. На костюм себе, да, собственно. Что будет очень-очень неплохо, знаешь ли. Поэтому так, наверное, сейчас с тобой сделаю. Но я думаю, так и было задумано, в принципе. Так, поехали, он туда. Поехали, ждем. Он здесь и все облутал, все, что мог. У меня по одному. Охуенно. Куда ты, ёпта? Пиздатая, хочу сказать.
Ну ладно, погнали побегаем вон тут тогда. Эй, мразота. Ну только либо скорее всего с них только лутать, да, вот такие патрончики. Ж больше я не вижу смысла. Суки бегают еще. Алло. Хотя мы так долго будем лутать. Ну, блин, там просто больше ничего нет особо. Побегаем, ладно, тут посмотрим. Пиздец. У меня есть 3 этих. Пизда. Ну так, вот. Ну ладно, давай, чуть подождем. Еще две хпшки у нас с тобой есть. Поехали туда. Я ищу что-нибудь здесь. Здесь, собственно, ну, нихуяшеньки нету. В этом весь прикол. Беги, успею. Все, успел. А, вот они прям сердятся, прям жесткий фильтр налутает. Ну там, короче, вроде больше ничего такого нет, но если есть, то надо, короче, с костюмом уходить. Особо так там и не посмотришь. Ладно, тогда отсюда, наверное, нужно уходить. Идти чуть в другую локацию, скорее всего. Ну смотри, здесь внизу, потому что больше ничего такого и нет. Здесь дверь заперта. Здесь, типа, не открывается. И здесь вот заперто. Ну, погнали, короче, отсюда. Здесь нет смысла что-то ловить. Я так понимаю. Надо идти в другую локацию, получается, нам с тобой. Здесь больше ничего так и не половишь. Погнали вот сюда. Погнали вот сюда. Другого варика я не вижу. Куда ты спускаешься, блядь? А. Пизда там. У меня эти закончились. Поехали еще.
Да нихуя, мужик, дайте мне, блядь, вот нормальный этот. Ну, по рукам. 20 осталось еще у меня. Пиздец. А у меня аптек нету. Идет. Удачи. Пиздец, это как вообще, как здесь вообще играть здесь? Это вообще трэш, забейте. Ладно, давай с тобой тогда в следующий раз побежим туда, налево, и попробуем там побродить, посмотреть, что да как. Спасибо за внимание, только если Рик Блоппер, ну все, в следующий раз, давайте.